Malta orolida bo'lib o'tgan World Bikini Model 2015 go'zallar tanlovi finalida Miss European Bikini unvoni o'zbekistonlik Zara Kingga nasib etdi. Asli buxorolik 25 yoshli Zarina AQShning Floridasida biznes maktabini tugatgan. Maltadagi eng chiroyli va adilqomat ayol unvoni uchun kurash davomida Zarina 32 raqibini ortda qoldirdi. Sarvqomat va o'zining betakror husniga ega iste'dodli o'zbek qizi juri va tomoshabinlar olqishlariga sazovor bo'ldi. Bir qarashdan nozik bo'lib ko'ringan buxorolik bu qizimiz jiddiy jismoniy tayyorgarlikka ega ekaniga ishonish qiyin. Zara yengil atletikaning qisqa masofalarga yugurish bo'yicha ustasidir. Biz Zarinaning Moskvadagi bir kunini kuzatdik. Я всегда хотела чего-то большего, чем просто семью, там, печь лепешки. Традиционная узбекская жизнь, она прекрасна. Наши ценности, они несравнимы вообще с ценностями других людей. Мы особенные люди изначально. Расскажите нам о том конкурсе, вот последнем, в котором вы стали победителем. Знаете, я не хочу дискриминировать. Вы мужчина, и, может быть, ну, как бы полностью вы меня не поймете. На самом нас деле... Нас поймут женщины. Да, меня поймут больше женщин. На самом деле любая женщина, она хочет чувствовать себя особенной. Особенно тогда, когда... Это важно тогда, когда тебе дают титул, и ты официально признана самой красивой женщиной в мире. Не только в одежде, но и в бикини. Ну, мне кажется, для каждой девушки, женщины, девочки это было бы важно. Когда ты выходишь на сцену, и ты слышишь свое имя, ты думаешь, вот, это момент, ради которого я шла, ради которого я боролась, ради которого я бежала, одевалась, занималась спортом сутками напролет, и вот моя награда. Насколько сложно пройти, обойти других и вот выйти? Кто там участвовал? Это сложно, если немножко задуматься о том, что на самом деле является красотой, это очень сложно. Потому что, ну, многие говорят, там, многие мои друзья говорят, да, ну, в принципе, выбрать самого красивого, это очень легко. Но вы забываете о том, что в каждой стране, в каждом народе свои... представления о красоте. Да, свое представление о красоте, да. И выбрать, на самом деле, среди 32 самую лучшую женщину очень сложно. Harbor Oil, да? Ayol var, ularga mana nima tilaklaring bor? Hamma o'zbek qizlarga baxt, saodat tilayman. Qizlar, hech qachon qo'rqmanglar, ishtaman. Rahmat.